Это же наш отец. А какого канала вы? Уже так долго давали. Где есть? Сначала. А? Я капитан Галицкий, рожденный в Донецке. Потерял там, можно сказать, все. С 15 апреля я начал свой боевой путь в составе батальона «Донбасс». Практически до конца мая был в батальоне «Донбасса», потом перевелся в батальон «Артемовск». Участвовал в боях в Мариуполе, за Красный Лиман, за город Артемовск и многие населенные пункты. Тогда, когда стал призыв в вооруженные силы, так как я являюсь кадровым военным, закончил Ленинградское высшее военное инженерно-строительное, я принял решение попасть в ряды вооруженных сил, считая, что в этих рядах я буду более полезен как военный, и поэтому я здесь. Можно сказать, резервисты, как мы их называем, призванные люди, патриотично настроенные. Я верю, как говорится, в победу Украины. Как считается это в АТО, сами понимаете, что это далеко нету, это боевые действия. Поэтому личный состав обладает в основной своей массе боевым духом, который положен на фронтах. И я уверен, что победа будет за нами.